«Я и Отец одно», — сказал Иисус Христос. «Господи, не знаем мы, куда Ты пойдешь. Как можем мы знать путь туда?» Иисус ответил: «Я путь, истина и жизнь. Никто не может прийти к Отцу иначе, как через Меня, посредника вашего. Если Меня знаете, будете знать и Отца Моего. Да, вы и знаете Его уже, и видели вы Его». «Господи», — промолвил Филипп, — «покажи нам Отца, и довольно с нас». «Столько времени я был с вами», — ответил Иисус, — «и ты все еще не знаешь Меня, Филипп. Видишь Меня? Видел Отца. Как можешь ты говорить: покажи нам Отца? Или не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Сами слова, которые я вам говорю, не от себя говорю. Отец во Мне живущий, во Мне и действует. Все это Его дело. Верьте Мне, когда говорю, что Я в Отце и Отец во Мне. Или хотя бы по самим делам, творимым Мною, верьте. Уверяю вас, верующий в Меня будет делать то, что Я делаю, и даже больше дела совершит, потому что Я ухожу к Отцу. И тогда все, о чем ни попросили бы вы во имя Мое, сделаю Я, чтобы прославлен был Отец в Сыне. Я сделаю все, о чем вы не попросите Меня, во имя Мое. Вы же, если любите Меня, будете соблюдать заповеди Мои». От Иоанна, глава 14, стихи 5 до 15. Читайте Библию. Благослови вас Господь и сохрани вас Господь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.